Будьте в форме. С вами Светлана Смык. Добрый день. Белорусская армия отметили День войск связи. Сегодня этот род войск находится на передовых рубежах обеспечения военной безопасности государства. В ходе строительства и развития системы связи вооруженных сил завершена ее цифровизация, активно проводится модернизация. Каждый месяц принимаются на вооружение новые современные комплексы и аппаратные, внедряются средства спутниковой и радиосвязи. В бригаде специального назначения в Марьиной Горке прошли соревнования «Юный спецназовец», в которых приняли участие школьники из военно-патриотических классов, кадеты и суворовцы. Подростки практиковались в стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты, отработали порядок оказания первой помощи. По итогам дня лучшими юными спецназовцами стали воспитанники Минского суворовского и областного кадетского училища. Впервые в Беларуси проходит неделя родительской любви, которая началась с празднования Дня матери и завершится нововведенным Днем отца 21 октября. Основная цель мероприятий, в которое также активно вовлечены вооруженные силы, напомнить белорусам о важности сохранения семейных ценностей и традиций. В одной из акций приняли участие военнослужащие дорожно-мостовой и автомобильной бригады из Жодина. Они организовали забег, который завершился у монумента в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой. Смотрите нас завтра на YouTube-канале «Воен ТВ Беларуси», медиаплатформе «Яндекс.Дзен», в наших социальных сетях и в мессенджере Telegram. До встречи!